я соглашусь с тобой. Так и есть, он правильно говорит. Что? Что есть-то? Он правильно говорит. Что говорит правильно? Друзья для друзей. К сожалению, ваши поступки расходятся с вашими словами. Не расходятся. Если внимательно посмотришь, не расходятся. Угрожали. Что угрожали? Вот уголовные дела в полиции. Это чья? Это случайно. Это случайно, это случайно. А кто принес до полиции? А, как дела? Нет, это полиция. Понимаешь? А что угрожал? Я же. Это угрожало, да? Почему угрожали? Тогда давай вот это скажите. Почему угрожали? Давайте. Почему угрожали? Для грузин, как вы говорите. Давайте так, законодательно не запрещено работать здесь иностранцы. Когда закончится, тогда мы отсюда. Совершенно верно. В России, а, Казахстана. Казахстана? Да. А там нету законодательства? Там нету. Там грузины работают спокойно. Работают, банк. Ну еще коллеги, да. Не придают. Почему? Понимаете? Директор везде банка, все, везде работают. Директор банка, Казахский банк, Я никого не выгнал, никакого не работает. И в Украине также, блин. Этот грузин не будет еще коллеги прыгать. Иди на та грузия, они не будут документы как живет. Никто ничего не запрещает. Почему? Потому что он, наверное, не прыгает выше этого колена. Поэтому. Человек, когда себя ведет по-человечески, человек, когда себя ведет, друг, вот порядочно, нормально, этого человека никто никогда не обидит. А кто обидит такого человека, да, тот уже не человеком считается, сам, который постарается обижать такого человека, нормального, порядочного человека. А когда человек непорядочно себя ведет, да, когда человек так себя ведет, что с ним невозможно найти общий язык, невозможно с ним дружить. Понимаете?